города Харьков, там, где началось все это событие, Киев и Харьков, приехали, потому что военные события развернулись очень активно, и находиться в городе и в стране, в общем, было очень опасно и очень беспокойно. Я приехала с двумя детьми. В Украине у меня остались мама, брат со своей семьей. И мой папа живет на оккупированной территории Донецка.